Отныне публичные слушания в столице республики будут проходить по-новому. Такое решение приняли сегодня чебоксарские депутаты. Речь идет не о всех публичных слушаниях, а только о тех, которые касаются строительства в городе или планировки территории. На публичных слушаниях приглашаются граждане, которые непосредственно причастны к изменениям условий проекта планировки территории, проекта землепользования и застройки. То есть люди, которые на постоянной основе проживают в том районе, где будет происходить какие-то изменения. Это не означает, что на слушания не смогут приходить жители других районов. Однако их мнение в протоколе учитываться не будет. Такой регламент публичных слушаний – это не прихоть чебоксарских депутатов. Еще в декабре изменения в законодательстве произошли на федеральном уровне. И до 1 июля мы должны привести нашу процедуру в соответствие.